Привет всем. Привет, ребят. Сегодня такой спонтанный эфир, поэтому можете задавать вопросы, а я с огромным удовольствием поотвечаю на них. Угу. Добрый вечер, Светочка из Питера. Привет, Оксаночка. Да, всем привет, ставим лайки, кому не жалко. Кому не жалко, ставим лайки. У меня есть вопросики. Давай, задавай. Привет, как настроение? Твой аватар выглядит отлично. Привет, Захар, спасибо. Да, я как раз приехала с велопрогулки, вышла сразу же в эфир в марафон, а потом к вам, поэтому... Ну, вы меня привыкли видеть в футболках, поэтому ничего страшного. Будьте здоровы. Да, Оксаночка, давай, у тебя есть вопросики? Задавай. Я поотвечаю с огромным удовольствием. Добрый вечер. Сверчки громче тебя говорят. Да, ребят, наверное, мне придется все-таки заказать микрофон. У меня есть микрофоны, но я их не умею подключать. Да, вот такой вот я интернет-пользователь. Вроде бы есть, а толку никакого. Это про меня. Да, тут вопросик такой поступил. А чем? Чем вы занимаетесь на марафоне? На марафоне мы переходим на другой образ жизни. То есть мы там не голодаем, мы там не вступаем ни в какие аскезы, мы изучаем свое тело, идем в новый образ жизни, чтобы он у нас закрепился не как аскеза, не как ограничение, а именно новая ступень себя. Смотри, я есть энергия. Угу. Бог. Правильно ли я понимаю, что все сущности, лярвы, наверное, лярвы, души умерших, их нет. Мы сами это создали. Вот смотри, я есть в твоем мире? Или ты сама меня создала? Я, предполагается, что я есть, конечно же, везде и во всем. Но тут еще есть такой момент. Смотри, когда я есть, что такое я есть тотальное? Это когда ты... Я уже приводила этот пример, не знаю, может, только на марафоне. Это когда я себя могу ощущать так и за телом. И я понимаю, что все вокруг состоит из пикселей, из частиц,
из всего того, из чего состою я. И я могу быть любым, любым хоть кем. Я могу быть какими-то цветами. Я могу быть муравьями. Я могу быть другими людьми. И это, наверное, как-то выглядит со стороны, что скажешь, шизофреничка какая-то. Но давайте я попробую, насколько это у меня получится, объяснить. То есть, смотрите, когда вы есть, вы понимаете, что вы есть, это как пиксели. То есть вы можете себя разбить на пиксели. Вы и есть эти пиксели. И когда вы начинаете быть, вы видите плотность свою, как пиксели. Но вы можете точно так же, как, знаете, вот когда вот вы расслабились, такие, о, расслаблен состояние. И что-то приближенное, когда ты разбиваешься на эти пиксели, и ты вот этим пикселем как будто заходишь, ну, например, сидит где-то рядом человек. Ну, рядом, не рядом, неважно. И ты своим пикселем, ты можешь пройти сквозь его кожу, ты видишь, как ты проходишь этот эпидермис, ты видишь, как ты проходишь капилляры, как бежит вода, ты видишь, из чего состоит, из какой структуры состоит вена, ты можешь ее как бы пройти сквозь нее, дальше пройти сквозь мышцы, сквозь сухожилия, сквозь кости, сквозь органы, и ты можешь мало того, что пройти вот как пиксель, стать этим пикселем этого человека, ты можешь точно то же самое все ощущать, что ощущает этот человек, все чувствует, что чувствует этот человек. И ты становишься этим человеком. И ты можешь сказать, что ты есть этот человек, но ты и не есть этот человек. Но твоя пиксельность, она разбросана везде, которую ты собираешь. Но чтобы от этого не сойти с ума, изначально ты должен эту пиксельность проработать в себе. И пока ты в себе не разберешься, как ты устроен, что ты есть, какая ты есть, вот эта вот вселенная, которая тебя просто расшаривает, разбивает на все, ты не сможешь себя прочувствовать так же, как и не сможешь прочувствовать другого человека. Ты другого человека почувствовать не сможешь, пока ты не почувствовал, не увидел, не познал себя. Не знаю, сколько это понятно? Боже, красота, птицы. Помолчите. Получается, что я тебя создала. А почему вы думаете, что кто-то кого-то вообще создал? Почему всегда ищете начало и конец? Вы никогда не найдете ничего начала, ничего конца. Вы никогда не найдете, кто посадил эту семечку, чтобы взошел вот этот вот листочек, чтобы из листочка пошло вот это вот дерево, на дереве, чтобы появились там какие-то плоды. Когда оно умирает также в землю. И дальше нет конечного, почему нет ничего конечного. Нет ничего начального. Оно все есть постоянное. Привет, ты училка? Один раз увидела вокруг себя матрицу, кругообразную, с различными элементами. Это так и есть. Смотрите, вы видите какие-то моменты. Изначально вы их видите на фоне своего восприятия, что вы уже прочитали, что вы уже знаете, что вы уже видите. И вы то, что видите на основании вибрационных волн, вы создаете это в своей голове в картинку. Но как только вы перестанете создавать в своей голове картинку, как только вы станете вот этим, вам тогда не надо будет спрашивать, вы уже есть это. Тогда вам уже этот ответ не нужен будет. А пока вы спрашиваете, значит, вы создаете в голове эту картинку. Вы приближены,
к состоянию видения себя и через это тоже. Но вы еще пока этим не стали. И пока вы этим не стали, вы все интерпретируете через голову. А вот это вот я увидела, что это может быть, а как это можно посмотреть? Но это прям близко к самому себе. Получается, у человека нет ни ангела-хранителя, ни наставника. Я и есть Творец. А, смотри, а чего ты хочешь, чтобы тебя защищали? Ведь все, что с тобой происходит, это всего лишь результат твоего опыта в твоем теле. Это результат того, что ты твоего дела не я. И что бы ты ни сделал, оно все равно будет результат. А когда мы придумываем себе каких-то спасителей, то они нас спасают от чего? Почему ты думаешь, что без того, что ты себе придумал в голове, у тебя бы не случилось это? У тебя бы случилось что-то по-другому. Что если бы не было какого-то хранителя, то ты бы ушел в какое-то, во что-то в другое. Но очень часто бывает такое, что люди, когда есть клинические смерти, еще что-то, они видят других сущностей. И вот это вот видение других сущностей, это не потому, что тебя кто-то оберегает, не тебя кто-то... Ты начинаешь видеть другие поля. То есть смотри, у нас есть совмещение с другими мирами. Как только совпадает временной контент, ты видишь другие плотности, других сущностей. Они все тоже есть, существуют. Но очень часто ты их не видишь, пока ты зависим от времени. То есть в этом мире ты зависим от времени. И как только у тебя зависимость временная проходит, то ты можешь видеть другие миры в другом временном контексте, потому что у тебя другое восприятие самого времени становится. Вот я как раз приводила пример, когда я сидела на остановке и ехал, да, большой автобус. Он едет, большой автобус, медленно. И вот пока он медленно едет, ты на него смотришь, он занимает всю твою картинку, да, ты его можешь разглядеть, и он очень много места в твоей жизни занимает. Проехала быстро машина, и вот она быстро проехала, и получается, что она очень мало места в твоей картине мира заняла. Ты ее рассмотреть не получилось, и она как-то быстро ушла. А есть вообще мотоциклист проехал, и как будто бы его вообще не было. И эта плотность у нас определяется просто временем. И когда вы очень часто, бывает, говорите там, ой, быстрее бы прошло это время, можно мне быстрее таблетку такую, чтобы почиститься, чтобы выздороветь, еще что-то, быстрее, 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 быстрее. Это на неосознанном уровне вы говорите себе о том, что я хочу из этой плотности уйти. Мне нужно все быстрее. Быстрее времени не получится, медленнее времени не получится. Может получиться только твои делания на фоне твоих действий в том временном сегменте, в котором ты находишься. А испытываешь ты от этого удовольствие или нет, это всего лишь твое восприятие. И нет состояния быстрее, нет состояния мне бы как-нибудь покороче, еще что-то. Это как только ты попадаешь в свой временное пространство, как только тебе становится комфортно быть самим собой, то ты будешь всегда вовремя, в том месте, в котором нужно быть тебе. Да, включение в другого называется или просто внимательное отношение к человеку. Анастасия ищет вопрос на ответ. В чем ошибка образного периода? Знаешь? Ну, когда вы ищете вопрос на ответ, это говорит о том, что ответ уже в вас есть, а вы его по каким-то причинам не хотите для самого себя озвучивать. И очень часто люди не готовы себе озвучить этот ответ,
потому что у них теряются смыслы тогда. Если он этот ответ озвучит, то надо же искать следующий смысл, следующий вопрос. Благодарю, Светлана, благодарю, Тарас. Все понятно. В общем, я поняла, нужно учиться жить в настоящем моменте, здесь и сейчас. А другого момента нет, все остальное это иллюзия. Иллюзия, нас же сюда, не знаю, может сказать, ну вот матрицу. Мы загружены, чтобы пройти этот этап, этот уровень. Это как в игре. И пока ты будешь делать быстрее и быстрее, не прочувствовав, не прожив то состояние, в котором ты сейчас находишься, тебя все время будет через смерть выбрасывать на один и тот же уровень, обратно сюда. Внутри конфликт разума и ума. Плюшки уже не удовлетворяют мою глубину. А какие плюшки не удовлетворяют глубину? И насколько глубина? Как ты познал эту глубину? Как ты определил, что вот это вот глубина? Благодарю. Конфликт разума и ума, он бывает только в том случае, когда ты себе придумываешь какие-то моменты, и они не соответствуют тому, что ты придумал. То есть, знаете, например, говорит, о, я так хочу там, не знаю, там, торт съесть, да? Тебе приносят торт, ты его съедаешь, а тебе становится потом плохо. И ты не удовлетворен, хотя ты сделал то действие, которое хотел. На операции мое сознание вышло через тоннель в чувственный мир, где все есть, свет и незабываемое чувство любви и блаженства. Это был вселенский экстаз. Вернулись сюда. Там реально такие чувства? Да. Да, там реально такие чувства, и эти чувства может проживать каждый. Просто когда ты выходишь в них первые разы, так как они непривычные для тебя, тебе кажется, что это такое, вау, это такой кайф. А потом такой, ну вот раньше было вот сильнее, а это просто первые разы. А потом ты к ним как бы расширяешься под них. И ты становишься уже, ты уже не чувствуешь любовь, как бы как стороннюю любовь. А ты становишься этой любовью, она как бы как тебя опоясывает. А ты становишься ей, она внутри тебя, ты внутри нее. И когда ты становишься ей, ты уже не можешь испытывать те чувства. Мы чувства можем испытывать только к тому, что не я. Мы можем испытывать чувство к тому, чем ты не являешься. То есть мы все время испытываем чувство там, к цветам, к птичкам, к воде, к человеку, к животному, к фильму, еще к чему-то. Мы все время испытываем чувство к тому, чего нет. Тогда они становятся такими. А когда ты становишься этим, то ты уже не испытываешь эти чувства. Ты просто оно и есть. Ты не испытываешь чувства к цветам. Ты уже есть эти чувства к цветам. Ты уже есть эти цветы. Ты не испытываешь любви к человеку какому-то. Ты уже есть эта любовь по отношению и к этому человеку. Ты уже как бы как выворачиваешься. Ты уже не сторонний. Вот я и люблю это другое. Вот я здесь... Люблю это вот здесь. Вот я испытываю вот то, что вот здесь. А ты становишься вот этим. Тебя как бы раз и вывернули. То есть вот я, и из меня вот что-то там вот торчало. Люблю. А потом раз тебя и вывернули, и ты стал этим люблю. Ты сам стал этим люблю. Тебе не нужно чувствовать то, чем ты уже стал. Ты уже не можешь испытывать то, чем ты стал. Ты можешь испытывать только то, чем ты не стал, что ты можешь ухватить. Люблю, вкусно.
вкусно, горячо, там злость, еще что-то. Ты тогда это и начинаешь испытывать от всего, от чего-либо. А когда ты этим становишься, то ты это не испытываешь, ты это есть. Ты есть злость, ты есть любовь, ты есть радость, ты есть огорчение, слезы, горе, смех. Ты это все есть уже ты. И для тебя это не может разделяться на что-то. Это хорошо, это плохо. Это уже все ты, это неотъемлемая часть тебя. Всем этим являешься ты. Единоразово, не поочередно. Вот сегодня я вот это, а завтра я вот это. Ты уже все есть, это все в тебе. Это как в тебе работают много органов. И ты же про них не думаешь каждый день, ты же не думаешь, ты же не встаешь утром и не начинаешь там, не знаю, там, блокноты благодарности писать, да, что там. Я сегодня напишу спасибо почке за день, спасибо печень за утро, спасибо ЖКТ, спасибо ты. Ты просто встаешь, и ты. Это разумеется, что ты не говоришь, что я встал, там, эй, ребят, ты. Это уже само собой. Ты уже есть, ты как бы не являешься почками, но почки есть в тебе, и они твои. И это как бы единое целое. И здесь то же самое. Вот это все становится единым целым тебя. Не знаю, ребят, насколько понятно. Благодарю, Аслан, благодарю. Там плотность выше, диапазон выше. Тонкость. Сегодня голова как бы болела. Почему? Или по кому? Разберись, что у тебя с головой. Благодарю. Благодарю за ответы. Татьяна, я не поняла ваш вопрос. Что такое «а это как»? «А это как» вы про что? Напишите как-то более развернутый вопрос, дайте, если вам это интересно. Ведь смотрите, ребят, самые простые вещи, которые мы думаем, что они самые сложные, а они уже есть все в нас. Мы все время что-то ищем извне, читаем книги извне, слушаем кого-то извне, делаем что-то извне, а все есть уже в нас. И мы так далеко от себя все время убегаем, что потом, когда говорят, что ну как бы это все в тебе, и тебе становится очень часто так жалко того времени, думаешь, ну я же бежал туда, вот там же я думал, что все есть. Ты думаешь, блин, столько времени потратил, оно все здесь. И вот эта вот жалость очень часто неосознанная, это просто я метафорически говорю, что это жалость, она не позволяет вернуться к себе. Как бы, ну столько же времени, столько лет туда вот уже прошло. Нет, надо все-таки дойти уж, раз уж пришел, надо дойти там посмотреть, а потом, если что, вернусь. И очень часто бывает, что не хватает сил для того, чтобы вернуться. Многие вещи, которые познаю, знала в детстве. Знала, что могу во сне, могу вернуть, перепрошить, загрузить. Так ли оно? Конечно. Вы сказали, что наизнанку выворачивает, становится любовью. Ну да. А я вам больше не смогу объяснить. Если это еще непонятно, какие-то мои слова, то просто они вам еще пока не нужны. А может, вообще никогда не будут нужны. Это не хорошо, не плохо. Это просто, просто каждому, наверное, вот свое нужно пройти. Если что-то непонятно, что-то не слышится,
то значит оно так и должно быть. Мне на самом деле сложновато по видео рассказывать. Потому что есть такие моменты, вот, например, смотрите, когда мы сидим в одном поле, вот, например, там на ретрите, да, вот я сижу, я что-то говорю, и я вижу каждого, на каком этапе его зацепил какой-то крючок, который не дает ему пора выпрыгнуть к себе. И я понимаю, что нужно его сейчас прожать, либо оставить, например, там через несколько часов, когда у него вот это усвоится, и выдернуть его оттуда. И тогда это проще делается. Тогда это, конечно, вот это вот состояние, которое ты приезжаешь там в первый день ретрита, и когда ты выезжаешь в пятый день ретрита, когда ты выезжаешь другим человеком. И другим человеком ты выезжаешь не потому, что там миллион практик, а потому что ты осознал, как это прийти к себе с разных граней. А здесь я же могу только вот одну грань. Вот я говорю, а кто-то, может, не понял. Не потому что даже вы не готовы, не потому что я что-то не то сказал, а потому что у вас вот этот вот крючочек, который вот я сейчас вот не заметила. Из вас, из стальки, там, человек, который смотрит. Вот. Ну, кто-то смотрит для себя, кто-то постебаться, кто-то там просто остановился, чтобы что-то посмотреть. Это все понятно. Но когда я говорю, что личное присутствие, оно, конечно, имеет большую роль. И поэтому, когда я здесь говорю, я пытаюсь что-то сказать. Я пытаюсь это одни и те же темы раскрыть с разных ракурсов. Я понимаю, что не у всех есть возможность приехать лично пообщаться. И именно для вас я это и говорю, чтобы вы смотрели и с разных ракурсов понимали, что насколько это все просто. Насколько ты большой, не насколько я гуру умная, семь пядей во лбу, а насколько ты легкость, только вскрой эту легкость в себе. Уйди от этой тяжести, что нужно туда, и без труда не вытянешь и рыбку из пруда, и вот, и пошли там какими-то дебрями, которые хер знает, как их когда пройти, и пройдутся ли они вообще когда-нибудь. Светлана, благодарю за все пояснения и ответы. Благодарю. Светлана, если можно, расскажите о последних месяцах до перехода на автономию. Какие были сложности и состояния? О, я же много раз рассказывала, но я же перешла не потому, что мне захотелось. Мне туда вообще не надо было. Я болела. У меня не было варианта, у меня не было другой возможности, чтобы жить. И у меня этот путь занял 10 лет. Ребят, это не сразу, что я такая, и все, и пошла. А вы такие, вот, я уже 2 года там что-то стараюсь, ничего не получается, а это как там выскочило. А я вот 2 года. Нет, 10 лет. 10 лет, чтобы вообще тут там вообще оказаться. И разные были моменты. И были моменты, да, ну, такие не очень приятные. Не могу сейчас об этом говорить, потому что канал блокироваться. Сейчас немножечко изменились правила. Вот. Но если прям совсем интересно еще раз послушать эту историю, как оно происходило, ну, давайте сделаем эфир в школе автономии. Например, завтра в Телеграме. Вот, если это касается автономии, давайте сделаем в Телеграм-канале «Школа автономии». Все контакты будут под видео. Вы можете присоединяться. И тогда завтра после марафона я могу еще раз рассказать свою историю в Телеграм-канале. Сделаем там эфир. «Школа автономии» в Телеграм-канале. Я еще раз расскажу эту историю, потому что, ну, здесь, к сожалению, я не могу многого сейчас сказать. У нас уже 2 страйка нам вынесли. Еще один, и канал удалят. Картинка иногда распадается на пазлы, когда расслабляется взгляд.
В пространстве много движется, прозрачных точек двигается. Вы их видите? Ну, в пространстве вообще много всего двигается. Я вижу, ну, не знаю, как это. Я вижу воздух по-другому. Я вижу его плотность, я вижу, кто в нем. Что он непрозрачный, как может показаться на первый взгляд или изначально. Я его ощущаю по-другому, он плотный. Я звук слышу в плотности, а не просто ухом, то есть я их слышу как вибрации телом. Иногда бывает такой звук идет, который ухом не слышен, ну просто вообще не слышен, а телом такое ощущение, что у меня стоит как какой-нибудь там здоровый мужик в плечо пихает, такой, ну давай, давай уже. Вот. Такие есть звуки, которые звук ухом не слышится, а слышится вот это вот телом. Но это не просто волна, это именно звук. И он другой. И звуки начинаете по-другому слышать, конечно. Ну что, ребят, тогда завтра увидимся в Телеграме, в школе автономии, либо на ретрите. И после ретрита, кстати, будет еще потом не ретрит. Это до проживания на Красной Поляне. Ответы на вопросы после сборки. И они будут там прям интересненькие. Я вас всех благодарю за вопросы. И в следующий раз, если что, сделаем подольше эфирчик. Просто несколько эфиров в день, и иногда хочется уже так. И скажите, насколько будет актуально, прям напишите под видео, насколько будет актуально, если я буду днем проводить эфир. Потому что у меня день бывает посвободнее, а вечером у меня просто один за другим эфиры, и иногда просто бывает уже там ничего не хочется. Ты выходила на сухие дни в городе или за в городе? А ретрит на Ютубе? Нет, ретрит в Сочи. Ретрит только всегда очно проходит. Вас очень интересно слушать. Спасибо большое. Я в городе выходила. Я из сыроедить начинала в городе, когда у меня не было финансов, я была на сырой картошке, капуста, морковка, изредка яблоки, потому что на Урале зимой с яблоками не так хорошо раньше было, но и очень-очень редко помидор, потому что, во-первых, они были пластиковые, во-вторых, они были очень дорогие, поэтому я вообще как-то, у меня не было изысков, я очень много продуктов вообще в своей жизни никогда не пробовала. Очень много фруктов не пробовала. Вот эти вот все, которые новые фрукты, я их никакие не пробовала. Я из заморских фруктов пробовала только манго и ананас. Все, больше никакие не пробовала. Я даже в своей жизни ни разу не пробовала этого гамбургера. Поэтому я тот еще едок. Днем можно и нужно. Днем тоже можно. Ну и все, значит, будем днем как-нибудь проводить. Будет солнышко. Посмотрите, как у меня здесь красиво. Все, днем тогда обязательно проведу эфир. А завтра тогда в Телеграме, в школе автономии. Все. Всем пока. Всем огромное спасибо.